Сейчас на переправе. Что там раздают? Автобус поехал не в Нерингу. Можно велосипеды прицепить за дополнительную сумму. Red Bull дали бесплатно. Девушка. Там прикольно. Регулировщик танцевал под музыку. В рабочий день людей так много, что даже на паром стояли в очереди. На паром места не хватило. Может, на тот попадем, на второй. Может быть. По два парома сразу. Угу. Там не заметили, что-то новое построили. Вот. Там газовое судно вроде. Вот полный паром тоже. Все. Идем дальше. Дидели свес. Катя мою. Познавательное путешествие до мертвых дюн на корабле. Там видим скульптуры из песка. Там впереди инфоцентр. Причал. Вот Лина. Въезд в Нерингу стоит 30 евро на машине. Мы на машине приехали. Но зато здесь все уже паркинг бесплатный. А и паром 13 евро стоит. Тоже. Здесь с машиной. Еще самокат взял. Немножко поезжу.
Ну, я слышал, что от дождя они не разрушаются. Пень настоящий какой. В этом месте постоянно, каждый год, они вот разные скульптуры из песка делают. Этот кот самый наглый. А кошка ждет рыбака, потому что рыбы привезет ей. Так сделано красиво, как будто в Египте, и это вот из песчаника или бетон вообще. А здесь трава сама что ли выросла? Точно мешает песок с чем-то? Хотя я выращивал росток ананаса. Он корни пускает только в песке. Если в землю посадить, то он не прорастет. Так что в песок. Купил ананас, его верхушку вырезал, почистил и посадил. И он пророс в корни. Но сам ананас невкусный, вырос маленький. Это, видимо, янтарный замок. А чё она плачет? Юрате. Ай, тут таблички написано. Нельзя подходить близко. Кораблик вот. Ну, это, скорее всего, из Клайпеды. Ставьте лайки и не забывайте мыть руки. Сейчас общий вид покажу. Летать можно еще пока. Кто-то книгу забыл на скамейке. Ну вот, кораблик подошел к пристани. Ну вот ценник сразу же. Отсюда до Древерны 6 евро. Но дети до 12 лет 3 евро. Инвалиды 3 евро. Вайкей дети до 3 лет бесплатно. Велосипед 1 евро. А какая-нибудь собака и кошка бесплатно. Бесплатно? Ага. А это время. В общем, остановка Йоткранти и до моря 1400 метров.
бокал на улице. Проедусь немножко, покажу. Калмона Мэй называется вот этот комплекс. Тут знак был, машинам нельзя, но все равно машин полно. Для кого такие знаки ставят, сами понимаете, чтобы чужие не ставили. Вот первый знак. Первый знак был: нельзя на велосипеде, ну и на самокате до моря по дорожке ехать. Велосипеды тоже там не поездить. Велодорожку вон сделали. Здесь прокачусь. Уточки! Одни женщины. Сердце. Там ребята книгу показывали на скамейке. Тут еще одна книга на скамейке лежит. Видно, специально книги ложат, чтобы кому интересно, могли посмотреть, почитать, ну и оставить другим. На барашков похоже. Вот подъехали гора ведьм. У нас отдельный клип есть. Мы зайдем, но так повторяться так не будем. Это что такое? Фотографируются все на память. Девушки песни какую-то поют. Ну вот, я сюда подлетал, так что уже здесь не буду показывать, дальше проеду. Дальше идет вот эта вот скульптура из камня. Костел старинный. Ну и в принципе все. Там видим на это Куршский залив, а на том берегу мы видим Древерну. То есть я вижу. Так.
едем дальше, друзья. Этот клип заканчивается. До новых встреч. Везде понавтыкали этих знаков, что на велосипеде нельзя. Сейчас пройдусь немного. Возвращаюсь, машина выехать хочет. Я самокат тут оставил. Ну вот такие домики можно снять. В Неринге нельзя строить что-то, что ты хочешь. Все дома должны быть, грубо говоря, под старину сделаны. Такие деревянные тоже в такой цвет должны быть выкрашены. Памятник архитектуры, дом 1920 года, и заодно Ветрингю галерея. Так, это тоже 1920 года. И что хотел заметить, это все немецкие вот эти деревни. Каждая деревня название еще имеет свое по-немецки. О, домик повезли деревянный. Что-то у меня вертится это слово коттедж. Мы еще сюда приедем, поснимаем. Мы решили сразу 4 объекта снять, поэтому просто невозможно нам все очень подробно заснять. Так вот внешний вид. Как что выглядит. Ну вот цены. Холодный. Не. Суп 3 евро, мороженое мягкое 2,50. Хесбергер 7 евро, цепелины внезапно 8 евро, а пол порции 5 евро. Пол порции, по идее, 4 евро должно быть. Почему 5? Чебурек 3 евро. Чебурек с говядиной, с яйцом и с шониной. Тоже видели цену. Ну, честно скажу, такого вау-эффекта не будет, кто приедет вот отдыхать. И вряд ли приедут отдыхать. Разве что проездом в Ниду. Кто приедет в Йоткринте. Тут очень скучно. Тут, я не знаю, для каких пенсионеров этот вообще отдых. Для немецких, что ли, которые хотят побывать на землях своих предков. Недалеких, ну, в смысле, близких. Потому что это все равно не немецкая земля, а это бывшая земля Курчей. Приехал Лин и не... А, вот она стоит. Думал, утопала уже на свою родную гору ведьм. Лин, там, как я говорил, бесплатную карту можно взять. Карту местности, но она такая маленькая. Покажи, что там есть. Вот, вот, да, возле того дома... На углу там можно взять. Ага.
Верселочник, я. Вот еще один автобус приехал. С Клайпеды. Ну. Следующая серия. Там был. Дальше про Нерингу будет Нида, Прейла, там заедем. Пярвалка. Я там практику в Пярвалке проходил. Там хорошая деревня. Гора Ведьм, ребята. Это начало только. А я, кстати, здесь можно приехать и вот жить в таких домиках. У нас есть клип прошлогодний. Кому интересно, Гора Ведьм. Можете посмотреть. Тут сувениры продают. Котов всяких можно купить. Это не продается. И вот магазин возле горы Ведьм с очень большими ценами, но все равно очередь и большая.